Коварный февраль с перепадами температур вынудил коммунальные службы начать пролив дождеприемников раньше обычного. Обычно работы стартуют в марте. Это необходимо, чтобы улицы не затопило талыми водами. Ливневую канализацию промывают кипятком, чтобы пробить ледяные пробки, образовавшиеся за зиму. Сложность. Стоят припаркованные автомобили, не все получается разом открыть ливневочки. Потом приходится второй раз проходить и открывать повторно. У нас график есть, в течение 2 недель мы должны очистить все ливневки. Рабочие перемещаются от одной решетки к другой. Это сотрудники сразу 2 муниципальных предприятий – благоустройства и инженерные системы. Работают в связке и по строго согласованному плану. Совместно с МБ «Благоустройство» разработан и утвержден по адресной график адресов, где мы совместно проводим работу по очистке льда и снежных накоплений с прилотковой части, с дождеприемных решетков, с последующим проливом горячей воды. В городе уже промыли более половины всех дождеприемников, отремонтировали 1500 колодцев, более 2000 очистили, приведены в порядок и сливы в реку Самару. По плану, все ливневки города должны быть полностью готовы еще до начала активного таяния снега, что поможет избежать скопления воды на основных и самых оживленных магистралях Самары. Андрей Трой, Станислав Левин, События.